инжир сорта Discovery Park, еще один сорт из коллекции Хусейна, назван по тематическому парку, который находится у нас в городе Сакраменто. И вот рядом с этим парком растет материнское дерево. Плоды достаточно крупные, сейчас я взвешаю. Это у нас плоды с прививочки. Прививка сделана на дерево сорта Desert King, король пустыни. Ну вот крупный, да, крупный плод, 64 грамма. И 65 грамм, то есть хорошего размера, хорошего размера. Сейчас я их разрежу чуть позже. В общем, такой красавец. Очень хорошо держится на ножке. Видите, приходится отрывать, ножка остается на ветке.